Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. Come on, your face, your big disgrace, kicking your cat all over, singing, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting with your eyes, gonna take them well someday. Come on, your face, your big disgrace, put it better, put your back in your place. Джазовый и роковый музыкант, мультиинструменталист, композитор, вокалист, шоумен – все это как нельзя лучше описывает Харрисона Янга. Когда он начал сольную карьеру, поначалу все считали его молодым и неопытным артистом. Но как только стало известно, что он играл с самой Дорой Пеш, королевой хэви-метала, а также ныне является концертным клавишником в не менее легендарной группе «Уда» музыканта Дирка Шнайдера, то интерес к персоне Харрисона Янга вырос мгновенно. Здесь еще сыграл тот факт, что сам по себе музыкант – очень разносторонняя личность. Он стал знаменитым благодаря хэви-металу. Затем в течение долгого времени играл рок-композиции в различных группах. Ну а в 2012 году он решил начать покорять джазовую сцену. Здесь-то все его таланты и умения, наработанные за годы музыкальной карьеры, пришлись как нельзя кстати. В этом же 2012 году он записывает первый диск «Life in Share 101» как сольный артист. Ну а затем отправляется с ним покорять страны мира. Sad is to live in solitude, far from your tranquil altitude. Sad is to live. Сперва Европа и Америка, и уже затем его путь лежал в Россию. До нее он добрался лишь к 2016 году. До этого он уже был здесь, как клавишник группы «Уда». Однако теперь все было по-другому. Он приехал как сольный артист, чтобы показать свое джазовое мастерство. И среди городов, которые посетил Харрисон Янг, была и Уфа. Музыкант выступил на сцене Music Hall 27. Это мой третий приезд в Россию. Я был в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове. Это турне было великолепным. Я не знал, чего ожидать от России. Но стоило мне приехать и оглядеться, как я сразу же понял, насколько большая любовь у русских к музыке, культуре, к друг другу. Словно волшебный горящий огонек. У всех жителей России он есть. Затем я снова посетил Россию в прошлом году. У меня был совместный тур с Удо Доркшнайдером, немецким исполнителем, и это был колоссальный в плане географии тур. Мы начали во Владивостоке, а затем проехали через всю Россию до западной ее части. Но это мой первый раз в России в качестве сольного исполнителя, поэтому для меня это очень интересно и удивительно. Для меня это многое значит. Но вы понимаете, выйти наконец из-за клавишных и позволить местной публике посмотреть на меня с другой стороны. Уфа – это прекрасный город. У меня была небольшая экскурсия. Здесь на площади неподалеку отличная еда. Все прохожие очень милые и приветливые. Рады, что я здесь. Мне очень приятно делиться своей энергией с жителями этого города. Я родился в Нью-Йорке, неподалеку от Нью-Йорк-Сити. Меня всегда интересовала различная музыка. Я исполнял рок-композиции, позже начал петь джаз. И занимаясь всем этим, я начал размышлять о том, какое из направлений я в итоге выберу как конечное. Но самое смешное то, что я в итоге продолжаю заниматься всем. В одном туре я путешествовал с рок-группой, в другом с джазовым исполнителем. А сейчас все это объединяется. Знаете, самое интересное и удивительное в карьере музыканта
ты никогда не знаешь, куда она тебя приведет. Вот этот тур, к примеру, получился благодаря встрече с отличным парнем, Джеффом Эдельманом, в Минске, Белоруссии, на концерте перед президентом. И знаете, сам факт этого довольно забавен. Но затем из этого события получился и весь этот тур. И мне нравится, как происходят такие вещи. Джаз, как по мне, очень специфичный жанр музыки, и мне кажется, что это супер-музыка, так как джаз может включать в себя другие музыкальные направления. Большинство людей думает, что джаз — это только... Но здесь кроется нечто большее. Например, Дэвид Боуи включил группу джаз-исполнителей в свой последний альбом. Он вдохновился этим жанром и также привнес в него частичку своего творчества. Я слушаю различных исполнителей, к примеру, Дэвида Боуи, о котором я говорил ранее. Он мой кумир. Можно даже сказать, что я был вдохновлен им, потому что Боуи пробовал абсолютно все. И он не боялся меняться. Для него было легко сказать: «Так, предыдущий мой альбом был танцевальным, а следующий я хочу связать с электронной музыкой». И я поступаю в своей жизни абсолютно так же. В прошлогоднем туре я был одет во все черное, а на голове у меня был ирокез. А сегодня я в костюме и готов открыть сердце слушателям посредством джаза. И это очень интересно, потому что люди не знают, чего ожидать от тебя дальше. У меня несколько групп. Моя старая группа, та, что в Нью-Йорке, называется Earth Miner, а новая моя группа из Нидерланд называется Little Neon. И я взял по нескольку песен из репертуара каждой и преобразовал их в джазовые композиции. Стоит ли говорить, что тогда в мюзикл 27 выступление Харрисона Янга произвело настоящий фурор? Оставив зрителей в отличном настроении, музыкант отправился домой в Нидерланды. Но на достигнутом артист решил не останавливаться. Практически сразу же у него появилась идея нового концертного тура. А началось все с написания джазовой аранжировки песни «Wind of Change» группы Scorpions. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. И уже в апреле этого года Харрисон Янг вернулся в Россию с новой концертной программой «От рока до джаза», куда были включены композиции таких культовых групп, как Depeche Mode, Queen, Scorpions, песни Дэвида Боуи и других роковых музыкантов в оригинальной джазовой обработке. В первой части своего тура музыкант посетил Ростов-на-Дону, Иркутск, Москву и Екатеринбург. Затем был взят перерыв на летние каникулы. Plum. You came along
and everything is started in the heart. So it's a real good bet, the best is... И теперь Харрисон Янг продолжает свой тур в нашей стране с программой «От рока до джаза». И первой его остановкой стала Уфа. В этот раз Харрисон Янг выбрал в качестве площадки сцену уфимского джаз-клуба. Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever need is here in my arms. Words so very unnecessary, they can only do harm. Здесь, в уфимском джаз-клубе, я впервые, и это очень приятное место. Здесь отличная, уютная атмосфера, столько высококлассной аппаратуры. Жду не дождусь, когда начну играть на сцене. Вообще, этот клуб напомнил мне о клубах Нью-Йорка, где я вырос, играя. Поэтому сегодня я прямо ощущаю себя как дома. Мой второй тур по России называется «От рока до джаза». И основной его идеей было взять всеми любимые и популярные роковые композиции из самых разных эпох и посмотреть на то, как бы они звучали, если бы исполнялись в джазе. Я даже люблю шутить на эту тему, что мы берем рок и вставляем в него все самые классные ноты. Раз тур называется «От рока до джаза», то вы обязательно услышите Дебби Шмот, Queen, Beatles, но только в джазовой обработке и в исполнении джазовых музыкантов. И в джаз-клубе. Это очень интересный репертуар, и не каждый день услышишь его. Особенно в таком месте. Выбор композиции был таким. Я просто подумал о своих любимых произведениях, о тех, которые меня вдохновили на то, чтобы стать музыкантом. Определенно, это стали песни, которые исполняли Фредди Меркьюри, Дэвид Боуи. Эти и многие другие музыканты, которые меня вдохновили, моментально всплыли в моей голове, и я всех сразу включил в программу. Но помимо них, я еще решил включить в концерт композиции собственного сочинения, как джазовые, так и роковые, написанные мной в составе групп Little Neon и Earth Miner. Buddy, you're an old man, hot man, shouting with your eyes, gonna make your own peace someday. I'm on your face, your big disgrace. Somebody better put your back into your place. С этой программы я уже посетил Россию в начале этого года, и реакция зрителей была довольно интересной. Видите ли, это не тот репертуар, который ты ожидаешь услышать на джазовом концерте. И когда зрители слышали «Enjoy the Silence» от Depeche Mode, их лица тут же делали вау-эффект. И я даже слышал в зале разговоры, он что, реально это играет? И это круто! Иметь возможность исполнить роковые композиции в джазовой манере. Я вообще люблю выступать в России. Здесь всегда живая и заинтересованная публика. Все отзывчивы, приветливы и очень рады тому, что ты приехал. Для меня эти эмоции очень много значат. Первую половину тура я посетил Ростов-на-Дону, Иркутск, затем мы двинулись в Сибирь. Ну а закончили тур недалеко отсюда, в Екатеринбурге. Ну а теперь во второй части тура у нас в планах посетить всю остальную Россию. Из Уфы дальше мой путь лежит в Новосибирск, затем Архангельск, Вологду. Ну а финальные аккорды прозвучат во Владивостоке. И там я впервые побываю как сольный артист. До этого я уже выступал во Владивостоке с группой «Уда», основанной Уда Диркшнайдером, но теперь пришла пора побывать там самостоятельно, как сольный исполнитель. Совсем недавно у моего другого проекта, группы Little Neon, вышел новый альбом, который мы записали вместе с моим давним другом, Джастином Перси. Он отличный гитарист и композитор из Нидерланд. Я тоже сейчас там проживаю.
Мы с ним как-то сели и просто начали писать идеи. И их накапливалось все больше и больше. Потом мы принялись за работу. Мы написали композиции в кратчайшие сроки, а затем за 3 месяца записали альбом. Во время работы к нам присоединился отличный барабанщик Кун Херфст. Он также из Нидерланд. Для меня этот альбом очень особенный. Я бы даже сказал, личный. До него я никогда так не писал и не пел. Раньше мои композиции, созданные вместе с Earth Miner и другими группами из Нью-Йорка, были посвящены глобальным проблемам мира и человечества, а не тому, что происходит в моей жизни в данный конкретный момент времени. Но теперь я пою о любви с Little Neon, воспеваю свои чувства и эмоции. Поэтому это очень важный для меня альбом. Вы будете первыми, кому я об этом скажу, но уже совсем скоро я планирую выпустить еще один альбом, только уже в качестве джазового исполнителя. Последний такой был в 2012 году, и я думаю, что уже пришло время. Я уже начал над ним работать. Он будет отличаться от предыдущего. В том исполнялись джазовые стандарты, а в грядущем упор будет сделан на современный джаз. Будут синтезаторы, много электроники и эффектов. Именно этот жанр сейчас привлекает джазовых музыкантов Нью-Йорка и всего мира. И что самое главное, весь новый альбом будет состоять из оригинальных композиций. Будучи музыкантом, ты всегда находишься в особом поле раздумий. Мысли никогда не прекращаются. Стоит тебе достигнуть одной цели, и ты уже придумал себе другую. Я вообще предпочитаю думать о себе как о персонаже Дон Кихоте. Он всегда ставил себе цели и видел что-то на горизонте. Поэтому у меня сейчас очень много планов и столько всего хочется сделать. Но знаете, за все стоит браться с умом и постепенно. Этот тур, это приключение, благодаря которому я вновь побывал в России и проехался по Европе, оно дало мне заряд положительной энергии. Я постоянно на подъеме и готов к новым задачам. Спасибо большое. Thank you so much. Until next time, Ufa. My name is Harrison Young. You can hear all my music at harrisonyoungmusic.com.